На востоке Франции устраняют последствия того, что французские СМИ охарактеризовали как мини-торнадо. Разрушительный ветер повредил десятки домов в департаменте Кот-де-Ор, срывая крыши, вырывая с корнем деревья и бетонные столбы линий электропередач. Около 15 тысяч семей остались без электричества. Я видела, что это большое черное облако преследует меня, и у меня было время только на то, чтобы забежать обратно в дом, прежде чем все начало сотрясаться. Другие местные жители описывают оглушительный шум. Буря длилась всего 10 минут, но на устранение ее последствий времени понадобится немало. Некоторые дома разрушены до такой степени, что стали непригодными для жилья. Местные СМИ сообщили, что 80 человек были переселены во временное жилище. К счастью и удивлению, бедствие не принесло человеческих жертв, только один человек получил незначительные травмы. Местные жители списывают это на удачу и здравый смысл. Впрочем, Метеобюро Франции заявило, что пока не может подтвердить, что эти порывы ветра действительно представляли собой торнадо. Напомним, Франция уже несколько дней находится во власти проливных дождей с грозами, которые вызывают наводнения. Жертвами стихии стало 3 человека.